This program contains some material that many parents would find unsuitable for children under 14 years of age. Parents are strongly urged to exercise greater care in monitoring this program and are cautioned against letting children under the age of 14 watch unattended. Previously on Tilt. Ранее в сериале. Я так и не услышал твоего имени. Эдди Таун. Эдди? Дон Эверсон. What you need to do is satisfy your margin call. Тебе лишь нужно удовлетворить маржевое требование. $20,462. I want Don Everest. Я хочу, чтобы Дон Эверест висел у меня в подвале рядом с самцом на 6 баллов, которого я пристрелил прошлой зимой. И думаю, вы мне в этом сможете помочь. Я не охотник. Что ты здесь делаешь? Я разузнала об этой игре. $5,000 buy-in, будь как группа делегатов, которые выпивают после каждой сдачи. Это моя игра. Ну? Как все прошло? Can't go my way. Не, у меня не так все хорошо. Friend, ты забыл, что за той игрой следит мой друг Фил? Он сказал, ты поднял 20 штук. Что тебе нужно? Я на нуле, понятно? На кого работаешь? Или ты хочешь вторую тоже? Нет! На Сеймура Эдисмана! Сеймура! Мое имя упоминалось? Ладно, неважно. Что теперь? Ты исчезнешь. Я хочу узнать, куда поехал один человек. Как я должен узнать этого пассажира? Более кто бы могли забыть. Так ты сказал. Я представил к нему человеку, он никуда не уезжает. Лучшие игроки скажут вам, если вы хотите выиграть в покер, не играйте против лучших игроков. Нет смысла быть восьмым самым опытным игроком в мире, если остальные семеро за столом лучше тебя. Если выберешь себе неправильного противника, ты не сможешь выиграть. Вот почему очень важен выбор игры. Когда играешь вне турнира, конкурентов нужно выбирать так же тщательно, как карты, которыми играешь. Ведь это влияет на то, потеряешь ли ты свой бай-ин, либо выиграешь плату за ипотеку на весь следующий год. Алло. Это наблюдатель. Прибыл Макентайр. Куда он направляется? Я узнал водителя. Они едут в казино Фейдом. Понял? Рассчитай с тобой при встрече, как обычно. Мистер Секи, мистер Танака, позвольте мне заверить вас, что мы организуем для вас приватную игровую зону в любое время, когда захотите. Журналист только что прибыл в город. И едет он не к нам. Господа, мне нужно перекинуться пару слов с мистером Эверестом. Если вы хотите, Нэнси прямо сейчас вам все покажет. Спасибо огромное. Нет, он всегда звонит, когда хочет прилететь. Мы высылаем за ним самолет. Невозможно, чтобы он был в Вегасе. Он любит играть холдом, а мы любим его банкролл, не так ли? А он останавливается в заведении через дорогу. Если он там и останется, я буду считать каждый доллар, который они заработают, а мы потеряем. Это мистер Малой. Извините, вы узнали слишком много. Кстати, сколько он тут оставил в прошлый раз? Я не знаю, твои ребята сделали его на 2 миллиона в карты, а затем он захотел отыграться за столом в крэпс. И оставил еще 9 миллионов. Ну, может он просто разуверился в своих шансах выиграть у нас? Не исключено, что он думает, будто игра с Эриком Сайдалом и Джонни Чаном будет более благотворной. Да тут по всему городу полно чемпионов по покеру, а детали не имеют значения. Имеет значение то, что один из последних крупнейших китов находится в моем городе, но не в моем казино. Один визит этого парня делает наперед весь наш финансовый квартал. Сделайте все, что угодно, главное притащить его сюда. Помоги, а? Повесь мне ключи, чувак. У тебя мои ключи, ага. Хорошо. Обращайтесь. Запишите. Ваше имя? Макентайр. У вас есть веб-карта? Нет. Так, а тарифная карта? Нет, не имею. Девочки? Нет. Видите ли, мне она обычно не нужна. Понятно. Обычная регистрация вон там, а это VIP-зона. Она только для игроков по крупным ставкам. Моя кредитная линия здесь около 10 миллионов долларов, ясно? Конечно. Я знаю всех от 10 и более, но вас я не знаю. Так что обычная регистрация вон там. Я бы хотел поговорить с менеджером сейчас же. Хорошо. Дэнни? Да, чем могу помочь?
Я хотел бы снять номер. Президентский, королевский люкс, как вы бы его тут не назвали. Простите, но все заняты. С большой буквы Z. Вы знаете, кто я? Это мои любимые четыре слова. Если вы спрашиваете это, то очевидно, что не знаю. Барт, я в Фейдоне. Заедешь за мной? You are. Хорошо. А вот и он. Хорошо, что ты оказался поблизости. Я прилетел сразу же. Такой человек, как ты, не должен ждать на холоде. Это пустыня, дружище. Здесь не холодно, глупый. Во всяком случае, у нас тебе будет удобнее. Мы уже забронировали тебе номер. Может, и ребят с собой возьмем? Таких ребят. Тех, что за стойкой стоят в вип-зоне. Им ведь тоже нужно уезжать. Уезжать? Понятно ведь, что теперь они работают на тебя. Можем их тоже увезти. Если ты знал, зачем же ты едешь. По той же причине, почему все едут в Вегас. Люблю хорошее шоу. Вот видишь, в том-то и дело. Ты должен выбрать себе соперников, ну или, по крайней мере, заставить их выбрать тебя. Тиль. Роля Майкл Мэдсон. Крис Бауэр. Кристин Лемон. И другие. И Дэвид Левьен. Мак, как хорошо, что ты вернулся в Колорадо. Конечно, Джимми. Слышишь, с тебя котельон. Вопрос в том, заставишь ли ты меня танцевать. По-моему, тебе не понравился тот техасский тустеп, которому я тебя научил в прошлый твой визит. Я помню. Все, что ты использовал против меня, я не забыл. Может, нам стоит снова вместе сесть и посмотреть, овладел ли я парочкой новых трюков? Не думаю, что прямо сейчас мне охота играть. Как насчет чего-нибудь более расслабляющего? Игра на удачу, блэкджек, бакара. Я открою для тебя комнату. Ты вроде что-то говорил насчет того, что мой номер уже готов. Твой багаж уже отправили наверх. Что за хрень с этим клоуном? Приехал в Вегас и не хочет играть? Поиграем еще. Просто он сам хочет назначить мне место и время. Я выбралась из своих запутанных простыней, правда, обычно я это делаю до того, как парень проснется. Ага, что ж, в этот раз не получилось. Интересно, может это что-то значит? Давай не будем придавать этому большого значения. Давай. Что ж, есть два варианта, как мы можем действовать дальше. Это либо притвориться, что ничего не произошло, либо признать, что это было весело, расслабиться и получать удовольствие. Что выберем? Просто понимаешь, что вообще-то при моей работе у меня не так уж и много времени и места для отношений. Прости, но ты, наверное, меня спутал с теми девушками, которым на следующее утро обещают перезвонить. Главное правило. Слушай, никаких прозвищ. Никакого секса втроем. Только если это не твой день рождения. Но, как я понимаю, он у тебя один раз в году. Никаких «куда собрался», никаких «я видел, ты с кем-то разговаривал, кто этот парень». Если все становится слишком серьезно, расходимся. Если все слишком далеко заходит, расходимся. Никогда не просишь познакомить тебя с моей мамой, ладно? А ты не должен знакомиться с моей мамой, ладно? Договорились? Deal? Договорились. Карточные игроки никогда не спят. Секундочку. Привет. Тут одна перспектива только что прилетела на личном самолете. Да? Мне нужно, чтобы ты играл. Ставки высоки. Насколько высоки? 300 тысяч бай-ин минимум. Такое случается раз в сезон. Рой Макентайр только что прилетел из Австралии. Конечно, я тебе дам денег. Половину выигрыша ты сможешь забрать себе. Значит, мы обчищаем 72-й номер с 400 по версии журнала Forbes? Ну, типа того. За исключением того, что для обычного гражданского он чертовски хороший игрок. Так и думал, что это твой голос. Привет, пап. Привет. Я само собой надеюсь, что из него не выжаты все соки, потому что позже он мне понадобится.
Уверяю, все окей. Может, дадим ему отдохнуть, а сами пойдем позавтракаем? Ладно. Я сумочку в ванной оставила, сейчас вернусь. Давай. Знаешь, любому на самом деле придет не по душе мысль о том, что его дочь с кем-то трахается. Но если уж должен быть кто-то, то почему бы и не ты, я так думаю. Спасибо. Пожалуй. Ты готов? You should eat better. Вам следует лучше питаться. Мне нравится китайская еда. Вы знали моего брата. Кое-где есть дощечка с фотографией с турнира по гольфу, которая это подтверждает. Ты не справишься в одиночку, не здесь. Не важно, насколько ты хорош. Я не остановлюсь. Плевать, если местная полиция откажет мне в помощи, я сам все сделаю. Да, именно так и был построен этот город. Одержимость властвует над разумом. Ваш маленький протеже ускользнул. Я узнал, что он уехал в Вайоминг. Но мне нужна конкретика. Ну, этого я уже не знаю. Кроме того, у тебя ничего нет. Все, чего ты добьешься, ты встревожишь Эвереста. А из-за этого всем придется несладко. Да будет так. Слушай, Никель, у тебя есть обвинения, обстоятельства, у тебя есть гольф. Только шизофреник будет пытаться соединить эти точки. Езжай домой. Лови лихачей на дорогах. Найди какую-нибудь пропавшую корову. Пока я его не прищучу, никуда я не уеду. Знаешь, я бы тебе с радостью помог на самом деле, потому что я ценю твою напористость. Но тот, кто тебе сказал, будто я каким-то образом могу быть связан с Матадором, был в корне неправ. Фрэнк Модест, Калиспел, Монтана. Какой у него телефон? Мы ему позвоним. Никаких телефонов, я им не доверяю. Но он может рассказать тебе все. Оденься потеплее. What's up? Привет. Right here. Что ты здесь делаешь? Да хватит уже дома сидеть. Человеку нужно дышать. How'd you do? Как дела? Checked out that home game. Заглянула на ту домашнюю игру в Саммерлине, о которой ты мне говорил. Wealthy crowd. Толпа богатеет, но то, как они играют, заставило меня задаться вопросом, как они смогли разбогатеть. 40-42, взяла десятку на игру. Какие планы? Да вот не знаю, пиццу или пиво. Нет, я не про сейчас, после того, как мы закончим с этим делом. Да я как-то особо об этом не задумывалась. А ты подумай. Подумай о том, чтобы поехать куда-нибудь в какое-нибудь милое местечко, типа в отпуск. Подольше. Хочешь, чтобы я перестала играть? Может быть, тебе стоит сменить образ жизни на более размеренный? Смотреть Эллен, мотаться с детьми туда и обратно, то в школу, то на футбол. Да я бы в итоге покончила с собой, наглотавшись выхлопа своего минивэна. Есть же золотая середина. Да ну, правда что ли? Ты так думаешь? Думаю. Та игра под лимит 15-30 была простой, как ты и говорил. Не поверю, что ты здесь ради экспресса на скачке стоимостью $2. В чем дело? Брат Уэйна Никеля в городе, и он охотится за Эверестом. Кровь есть кровь. Я не прицаю его усилия, но он ведь растревожит Эвереста, если уже это не сделал. Нам от этого будет только хуже. Что ж, я могу сделать, чтобы было проще. Что ты можешь сделать проще? Все, что хочешь. Я присутствую при крупной игре, он меня спонсирует, и половину выигрыша я забираю себе. Если что-то пошло, ты ждешь крупного выигрыша, а нам-то что остается? Ждать у моря погоды. Никого не собираюсь заставлять ждать. Я не верю. Нет? А с чего бы? Что мы значим для тебя? Ничего. Я в этом ввязался не ради вас. Не переживайте, так или иначе я внесу свой вклад, он будет больше, чем у вас обоих. Завтра я пополню наш банк на 50-75 тысяч, понятно? В чем дело? Вы должны радоваться. Они тебе не доверяют. Да из чего им это делать? Майами была совсем ребенком, когда Эверест уничтожил ее жизнь. Так же, как и мне. А Кларк, кстати, а что насчет него? У него свои демоны. Эта жизнь стоила ему многого. Не жди, что они тебя поймут. Они ведь не знают, почему ты здесь. Ну вообще-то я здесь из-за тебя. Ты меня втянул в это дело. Если бы ты мне не сказал, что меня облапошили, я до конца жизни так бы и зависал в клубах на восточном побережье, играя в 5-10. Стал бы еще одним мелким неудачником, как мой отец. Я ведь на самом деле уже мирился с этим. Но когда ты мне сказал, что я не проиграл, что меня кинули, вот тогда все встало на свои места.
Clark and Miami don't get me. Clark и Майами не понимают меня. Ты не один такой. Единственное место, где я себя чувствую в своей тарелке, твою мать, это за карточным столом. А Эверест лишил меня этого. С чего мне оправдываться перед ними, либо еще перед кем-то? Как же тебе разбираться в людях, если ты не можешь понять, кто твои друзья, или еще хуже, найти их, когда как расстояние между тобой и парнем украшает твои деньги, очень мало. Yeah, the money's waiting in the cage. Да, деньги ждут в клетке. That's right. Full 10 million. 10 миллионов. And there's a line of credit for another 10. И есть кредитная линия еще на 10, которая до сих пор активна. So, give us an indication when you want to play. Так, ты нам подашь знак, когда захочешь поиграть? Ну, конечно, Мак. No, we're ready when you're ready. Мы готовы, когда ты готов. We serve your pleasure. Все только ради тебя. Nothing, huh? Ничего, да? Парень протащал в люксе стоимостью 20 тысяч за ночь, и ему лень с нами сыграть. Я надеялся, что на тебя можно положиться в таком деле. Идти на такую игру с суммой меньше миллиона, как с воздушки послал нам полить. Черт, Дон, прямо сейчас? Ты ведь не должен доставать его из собственного кармана. Мы можем, как обычно, умыкнуть из счетной комнаты и списать как краткосрочный убыток. А я верну деньги еще до того, как счетоводы это заметят. Нет, я так не думаю. Видишь ли, они ведь меня пришпилили к воску и наблюдают через микроскоп. Это место больше не наша личная свинья-копилка. С каких это пор? Кларк! Как оно? Сколько лет, сколько зим? Как поживаешь? Не так хорошо, как ты, Дин. Это уж точно, черт побери. Ничего себе квартирка, чувак. Ну? What's up? В чем дело? Well, I'll get right to it. Что ж, перейдем сразу к делу. Yeah. Мне нужно немного денег. Да, я выиграл. Что выиграл? And what? Well, I talked to Shurgen. Да, разговаривал с Шургином. Сказал ему, что ты придешь, и что 5 минут не пройдет, как ты попросишь денег. И выиграл без труда, Кларк. Без труда. I'm gonna need you to vouch, okay? Мне нужно, чтобы ты написал расписку, ладно? Да не вопрос. Look, I need 100. Слышь, мне сотка нужна наличными для одной авантюры. 100 тысяч? Не шути так, чувак. Ладно, тогда 75. Это ведь я придумал рыночный алгоритм, благодаря чему ты имеешь все это, так ведь? Слушай, я выпишу тебе чек на 20 штук. 10 за твои первоначальные инвестиции, а 10 за то, что ты придумал этот алгоритм. Ну вообще-то, Кларк, мы компанию основали без твоего участия. Шургин, я и остальные ребята торговали днями напролет, а по ночам принимали ставки, пока ты рубился в интернет-покер, пытаясь по-быстрому сорвать бабок. 20-ка не в жилу, чувак. Когда ты взял денег из бюджета компании, чтобы играть с тем парнем, Матадором, ты лишился всего остального. Мы тебя не засудили только потому, что когда-то были друзьями. Слышь, я играл лучше него, понятно? И я должен был победить. Меня кинули. Ну, конечно же. А еще тебя не должны были вышвырнуть из колледжа. И твой папочка мог тебя выручить, но этого не сделал. Знаешь что, ты на самом деле не брал деньги компании, ты их своего рода позаимствовал. Подпиши здесь в чеке. А здесь для Шургина. Еще увидимся, Дин. Вы очень напряжены, Сеймур. Ничего такого, с чем ты не управишься, Ико. Это приватный сеанс. Поверьте, я здесь не ради того, чтобы меня натирали и дергали. Я всего лишь хочу малость поболтать со своим другом. Минуту, не больше. Вот это да. Чрезвычайно рад тебя видеть, Сеймур. Хорошо выглядишь. Так ты помирился с Эвелин? Наверное, нет. She was a good woman, no? Хотя она была хорошей женщиной. They keep us grounded. Они умеют нас спускать с небес на землю. God knows, I... Видит Бог, все то, чего я добился, я обязан своим двум девочкам. Why didn't you look me up? Почему ты ко мне не заглядывал? I hope you're not hanging on to all that stuff. Надеюсь, ты не морочишься насчет того, что случилось.
Этот город не подходит для твоей благотворительности. С тобой все. Выметайся из города. Думаю, с твоей точки зрения, я типа принудил тебя. Мы ведь были молоды тогда. Я уже слишком стар для того, чтобы обижаться. Да и к тому же, это все был бизнес, Сеймур. Проблема в том, что мы с тобой всегда очень серьезно относились к бизнесу, не так ли? Так что там случилось с той девчонкой, что работала на тебе? Ну ты знаешь, такая, с носом. All the funny twitches. У нее еще смешно так лицо дергалось. If there's anything you want to tell me, если есть что-то, что ты мне хочешь сказать, лучше maybe говори like, сейчас. Why например, you're here? Зачем ты сюда приехал? Да я просто... приехал подышать сухим воздухом пустыни. Понимаю. Well, that's fine. Что ж, прекрасно. I just wanted to welcome you back. А я просто хотел тебя пригласить обратно. Anytime you want to stop by the casino, если захочешь пойти в казино, заходи к нам в любое время. Okay. Хорошо. Вы Фрэнк Модест. Что тебе нужно? Меня прислал Сеймур Эннисман. Так он долез все-таки до вершины каната? Я так полагаю, жизнь его состоит из взлетов и падений, как и большинство из нас. Но он мне говорил, что вы можете рассказать больше. Что вы можете рассказать о Уэйне Никеле? Он что, твой родственник? Он был моим братом, и его убили. Убили? Итак, что вы мне можете рассказать о Уэйне Никеле? Ничего. Так, ладно, что вы мне можете рассказать о Доне Эвересте? Звучит знакомо. Это актер? А как именно вы познакомились с Сеймуром? Я был его учителем физкультуры в школе. Никогда не мог лазать по канату. Когда играешь против миллиардера, даже богатею нужны резервы. Таким образом, я могу держать его в игре, пока не одержу победу. Не нужно мне твоих лекций про игру, Дон. Я не люблю, когда подобного рода вещи снова ко мне возвращаются. Кстати, о возвращении. Угадай, кто вернулся в город? Наш старый приятель Сеймур. Сукин сын. После стольких лет. Вот почему не следует упускать из виду того, кого однажды нагнул раком. Что ему нужно? В этот счет он особо не распылялся. Это плохие новости. Я даже и половины не вспомню из того, за что нас можно наказать. Но поверь, он вспомнит. Не думаю, что он хочет о чем-то вспоминать. Знаешь, из-за чего умирают все пожиратели огня? Нет, из-за того, что в желудке полно бензина. И к чему это? К тому, что опасность тебя может подстерегать за каждым углом. И что ты предлагаешь сделать? Небольшую дружескую встречу. Так, ладно. Сколько тебе нужно на игру с Макентайром? Вам помочь? Привет, Марти. Марти Ши дома? Нет, его сейчас нет? Меня зовут Майами. Я просто... Я знаю, кто вы. Можете зайти. Я ему кое-что принесла, но могу и вам передать. Нет, нет, он захочет с вами встретиться. Он ненадолго. К обеду всегда приезжает домой. Майами. Привет. Привет. Принесла тебе тут кое-что.
Там шесть. Пять я тебе была должна, и тысяча за то, что так долго возвращала. Не нужно было возвращать деньги. И я определенно никогда не говорил об интересе. И я помню все, что я сказал, это останься. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ты тоже. У тебя такие симпатичные детишки. А жена кажется очень милой. Да. Ну так. Ты все еще играешь? Каждый день. И делаю успехи. У меня уже давно были деньги, чтобы тебе вернуть долг. Не знаю, почему я этого не сделала. А ты? Да, с друзьями раз в месяц играем. Но находиться каждый день в зале суда — это то же самое, что в покер играть. Типа того, да. Обычно за столом последние оставались мы с тобой. А теперь посмотри на все это. Да, забавно, не так ли? И каково это? Работы очень много. Много ответственности. Но это классно. Скучаешь по чему-нибудь? Например, по ночам и все такое? Иногда. Когда находишь того человека, с которым у вас совпадают цели и интересы, все вроде становится на свои места. Знаешь, поначалу было трудно. Когда ты ушла. Я никогда не обещала, что останусь, Марти. Нет. Не обещала. На самом деле, ты сказала, что все это временно. Я не хотел в это верить. Даже когда выписал тебе чек. Даже когда ты уехала. Я думал, мы сможем все это сделать вместе. Я очень рада за тебя. Останетесь на обед? Нет, мне пора. Да. Тебе нужно двигаться дальше, верно? Кролик выполз из норы. Играет по 100 баксов. Да нас уже похоронят, прежде чем мы его уделаем с такими ставками. Нужно его подмазать. Уже делаем. Никогда раньше не видел, чтобы ее отшивали. Что ж, надеюсь, у тебя есть план Б. Привет. What's up? Как дела? I was warned. Я получил предупреждение. You were warned. Предупреждение. By Everest himself. От самого Эвереста. Did he hurt you? No, он тебя избил? Нет, в этот раз нет. But it's over. Но все кончено. It was a bad plan, hatched by Это был плохой план, составленный человеком, который был не в себе. I never should have brought you kids. Мне вообще не следовало втягивать вас в это дело, ребята. I definitely should not. И 100% не нужно было сюда возвращаться. Первый раз мне повезло, и я уехал. Я обдумала, что ты говорил про золотую середину. И я думаю, ее не существует. Тут либо одно, либо другое. Этот ублюдок обокрал нас. И дело даже не в деньгах. Он украл лучшее, что в нас было, а ты дал нам шанс это вернуть. Этого не случится. Так что иди и собери остальных. Почему? Матадор ведь нас не раскусил. Давай мы начнем прямо сейчас. Ты уедешь из города, и когда все закончится, мы тебе позвоним и скажем, как все прошло. Мы ведь уже чего-то достигли, ты сам говоришь. Так что можем справиться сами. Ты нас прекрасно обучил. Я поеду, соберу парней, мы перегруппируемся, и вскоре с тобой увидимся. Хорошо? Вот его-то я и ждал. Yeah? Да. Mac? Mac? Sounds good. Звучит неплохо. Okay. Хорошо.
Finally ready. Готов наконец-то. That's 300 large. Здесь твои 300 тысяч. For you. Игра начнется. The game's at 10. Go to the bar. Часов. Wait. Вечера. Вступай в бар, жди там. Don't drink. Только не пей. Buy you another drink, lady. Угостить вас еще выпивкой, леди. You know, I got more money. У меня в кармане сейчас столько денег, я в жизни в руках столько не держал. What's it feel like? Ну и каково ощущение? Тяжело. Ты можешь выйти через эту дверь и раствориться. Он ведь не узнает, куда ты делся. Так же, как и мы. Нет, я не хочу так с вами поступать. Noble. No. Принципиальный? Нет. I just want to win. Просто хочу победить. Ну да. You think there's such thing as ты думаешь, что из жизни, которую мы выбрали, реально можно победить? Ты сейчас не про размер стека говоришь. Именно. Yes, I do. Да, думаю, можно. Знаешь, я тебе вот что скажу. Когда ты лучший, когда ты можешь победить самых лучших, и ты их побеждаешь, это совершенство на самом высоком уровне. Осознание того, что только небольшая горстка людей в любой области может чего-то достигнуть. И для меня это и есть победа. Но если присутствует обман, это ведь не считается, не так ли? Я на самом деле не уверен, что это обман. О, боже. Вот как это начинается. Ну, знаешь, я хотел в это верить. Я думал, что так оно и было. Но он дал мне кучу денег в руки и ни разу не сказал слово «обман». До сих пор он просто давал мне деньги, и все происходит так, как всегда, во всех заведениях. А ты что здесь делаешь? Тебя искала. Да? Сегодня днем к Сеймору наведывался твой благодетель. Я сказала ему уезжать из города. Сеймор уезжает, о чем ты говоришь? Что сказал ЭВРС? Он знает обо мне? Не знаю. Не знаю. Угадай, кто? Привет. Помнишь, что я тебе говорил насчет этой территории? Кажется, папочка не против. Я просто слышала, что вы вместе играете. И пришла пожелать тебе удачи. Правда? Тогда почему бы тебе меня не проводить? Окей. Кто она такая? Да, никто. Эй, мне нужно поговорить с Эдди. Хочешь сходить, найти себе какое-нибудь занятие? Ладно, без проблем. Держи. Спасибо. Удачи. Значит так, когда все начнется, я уже буду сидеть за столом, но ты нет. Если все сработает, как я запланировал, то в ближайшее время ты за него сядешь. Отлично. А теперь небольшой экзамен. Что это? Твои пальцы. Верно. Пики, бубны, трефы, червы. А теперь сами карты. Туз, король, дама валет, десятка и так далее. Если я прокашливаюсь, прежде чем сделать рейс, ты делаешь ререйс. Если нет, тогда ты говоришь пас. Понял? Да, теперь я все понял. Эдди, мы пойдем раздельно. Не надо устраивать засаду на парня в туалете, он может неверно истолковать сей жизнь. Если бы я устроил на тебя засаду, ты бы об этом не знал, пока не стало бы слишком поздно. Я пришел, чтобы тебя предупредить. Насчет чего? Насчет того, с кем ты тусуешься. Ты кажешься совсем молодым, так что можешь еще не понимать, во что ввязываешься. Не так молод, чтобы разговаривать с незнакомцами в мужском туалете. В скором времени я перестану быть для тебя незнакомцем. Мы станем очень близки. Ты далеко от дома. И я ненавижу находиться далеко от дома. У меня жена. Дети, и все просто чудесно. Но раньше у меня еще был брат. Ничем не могу помочь, приятель. Я видел, как ЭВРС учил тебя жестом, словно тренер на третьей базе. Видел тебя с его дочерью. Но еще у меня есть информация из первых рук о том, что происходит с такими, как ты, когда Донат вас устает. Вот это. Мой брат. Уэйн. Тело раздулось, словно он два дня уже был мертв.
Задумайся над этим. И оглядывайся почаще. В следующий раз, когда я окажусь рядом, зеркала тебе уже могут не подсказать о моем приближении. Ты опоздал. Ну, видимо, не сильно опоздал, раз Мак еще не пришел. Думаешь, он хочет нас покинуть? Нет. Думаю, он уже играет. Где? Вот здесь. Он придет. Но можешь пока расслабиться. Думаю, в ближайшее время его не будет. А я пока сяду. А народ-то какой печальный. Да перестань. Люди просто взволнованы встречей такого важного человека и впечатляющего игрока. Рой. Добро пожаловать. Присаживайся, познакомься с ребятами. Да, слушай, я знаю, что ты любишь находиться в компании своих друзей, но... В этот раз у меня другая идея. Видишь ли, я поработал над своей игрой, и я хотел бы использовать научный подход с минимальным количеством переменных, насколько это возможно. Эти гости с нетерпением ждали игры с мистером Эверестом. Нет, пусть человек выскажет свое мнение. Все нормально. Сэмми, Фрэнк и Дина я узнаю еще с наших прошлых посиделок. Что ж, если человек не хочет переменных, значит мы их исключим. Переменные. В следующий раз в другом месте. Итак, нужно ведь найти еще кого-то нам за стол. Вот уж не знаю. Мало кто согласится на игру с такими ставками. Если только... ЭТ. Это кто? Да-да. Наверное, это я. Откуда же у вас столько средств для этого, молодой человек? Обчистил котелок армии спасения на прошлое Рождество. Я так тоже начинал свою карьеру. Присаживайся. Устроим рок-н-ролл. Сеймур? Вещей нет. Уехал, скорее всего. Может, ты мне стоит сделать то же самое. О чем ты говоришь? Ты глянь на вас двоих. Понимаешь, ты была рождена для этого, Эдди был рожден для этого, и мне просто интересно, какого хрена я тут забыл. Да уж. Насчет тебя я тоже задавалась таким вопросом. С твоими-то мозгами ты мог бы заниматься чем угодно. А потом я увидел, как ты играешь. Пошли. Уравниваю. I can see you're playing real well. Вижу, ты играешь очень даже прилично. Не понимаю, откуда ты находишь время, чтобы учиться, между приобретениями и ликвидациями. Как ты узнаешь, что нужно купить, а что продать? Ну, если я считаю, что компания блестит, как начищенный медяк, я ее покупаю. Если же она хоть немного покрывается ржавчиной, я от нее избавляюсь. И это все? Я конкретно подсел на интернет-покер, просиживаюсь до поздней ночи. У меня уже несколько месяцев не было секса с женой. Да, когда-то мне каждую ночь снились женщины. По утрам такой стояк был, словно бизань мачта. Ну а теперь мне снятся лишь карты. Вот и вся история. Не знаю, что насчет твоей жены, но что бы ты там ни делал, в игре тебе это сильно помогает. Здесь 25 тысяч.
Re-raise. Re-raise. 50. Да, у нас тут прямо схватка, да? Ага, типа того. Как обычно. По крайней мере, не было скучно. 20. Не вопрос. Уравниваю. Уравниваю. Чек. Что ж, а я добавлю 140 в банк, просто чтобы держать тебя в узде. Должен тебе сказать, что в итоге это ничего не принесет, кроме разбитого сердца. И много юных барышень могут тебе это подтвердить. Так, здесь 140. И еще 140. Я пас. Мне кажется, ты хочешь меня слить. Не получится. Уравниваю. Секунду, прежде чем ты поставишь мат, позволь тебя спросить. Со всем, что у тебя есть, почему ты так усердно хочешь меня обыграть? Ну, я люблю динамику. Да перестань. За все время ты единственный, кто постоянно меня побеждает. Единственный. И так продолжаться не может. Ва-банк. Что ж, тогда я, наверное, просто уравняю. Восьмерки и девятки. Full house. Немного подпортила твой флеш, да? Я даже и говорить не хочу, каковы у тебя шансы получить семерку треф, чтобы собрать стрейт флеш на ривере. Надо было быть внимательнее, не так ли? Знаешь, Мак, великие карточные игроки не пытаются что-то доказать. Они просто пытаются отобрать друг у друга деньги. И тем не менее, ты стал играть намного лучше. Хорошая игра. Мне надо подышать свежим воздухом. Думаю, мы тебя поддержим. На самом высоком уровне храбрость, банкролл, страсть и талант играют в каждой сдаче. Игрока, сочетающего в себе эти вещи, техасцы называют гэмблером. Thing is, you can have plenty of gambling. Дело в том, что ты можешь играть много и большую часть времени выигрывать. Но если ты пересекаешься с соперником, который выше тебя по уровню, домой ты возвращаешься с пустыми карманами. На русский язык перевел и озвучил Киберпанк. The next tilt. Hear what happened up at the Palais? Guy took a header over the railing, landed on a bank of slots. Heard he used to run the sports book here. Let's just find the bankroll and get out of here. Hey, Eddie. If ever send them a clean house. I know. I might be next. Whoa, what are you doing? I'm gonna kill that son of a bitch. Get off me! You can't do it that way. What then? We break them at the table. Hey, what the hell's going on here? This was not a suicide. What I see here, death.
You might want to think about that if you plan on messing around in this town. I picked up a couple of clients recently who have, for whatever reason, decided they want to pay me in cash for financial service. We can't just deposit this cash in our bank account. We have to trade it. Casino is a perfect place to do that kind of thing. And Clark, you, my friend, you are the perfect man to help us do it. Why? Somebody's on quite a run. Why don't you take those stacks up to the top section and give me a play? It's not enough yet. If you're gonna make poker your job, you're gonna have to learn to leave it at the office. You learned that from your father? Sure. Taught me everything I know. Except for this. Take a look at that. You're gonna want a piece of this. Yeah, maybe I should sit this one out. It might not be objective enough. You're gonna be fine. All right, I'll play.